Всем привет, вы на канале «Правильный выбор». Сегодня я расскажу о телевизоре Samsung UE65 TU7570U. В описании к видео я собрал для вас ссылки с лучшими ценами на эту модель. Я очень старался, подготавливая этот обзор, и надеюсь, вы оцените его лайком и подпишитесь на наш канал. Чтобы оставаться в курсе новинок мира гаджетов, рекомендую включить колокольчик. Диагональ экрана 65 дюймов, разрешение 3840 на 2160, подсветка HLED, матрица VA, глубина цвета 8 бит плюс технология FRC, частота обновления 60 Гц. Дисплей Crystal. Погрузитесь в изображение с высочайшим качеством цветопередачи, высочайшее качество изображения. Процессор Crystal – это мощный двигатель, который обеспечивает опыт просмотра на совершенно новом уровне. Оцените реалистичность изображения в формате 4K UHD. Насладитесь четким изображением на экране 4K UHD TV, который содержит в 4 раза больше пикселей по сравнению с FHD. Еще больше деталей в каждой сцене, потрясающая детализация. Технология High Dynamic Range, HDR, расширяет воспроизводимый на экране диапазон цветового спектра, благодаря чему вы видите мельчайшие детали изображения даже в самых темных сценах. Оптимальное расстояние от глаз до экрана телевизора для просмотра контента UHD данной модели телевизора 275 см. Тонкий и элегантный безрамочный дизайн не отвлекает ваше внимание от изображения на экране. Минималистичный дизайн телевизора и отсутствие рамки со всех четырех сторон устанавливает новые стандарты для телевизора. Теперь вы сможете испытать настоящий эффект погружения в происходящее на экране. Телевизор оснащен системой скрытых проводов, позволяющей спрятать соединительные кабели в подставку. Это позволяет устранить проблему запутанных кабелей, и их вид не будет портить дизайн вашего телевизора. Размеры телевизора 145 см в ширину, 83 см в высоту, толщина 6 см, вес 20,5 кг. Цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать, предусмотрено крепление веса 400 на 300. На задней панели расположены стандартные разъемы. Присутствует один оптический аудиовыход Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр, достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth версии 4.2. Получите максимум от просмотра ТВ. Теперь еще умнее с интерфейсом Smart Hub и универсальным пультом One Remote. Весь нужный контент уже у вас в руках, от легкой настройки любимой консоли до установки актуальных приложений и просмотра ТВ. Поддержка AirPlay 2. С помощью AirPlay 2 вы впервые сможете управлять контентом прямо с девайсов Apple и сразу на большой экран любимого ТВ. Проигрывание видеороликов, музыки, фотографий не только легко. Сразу стоит отметить, что не следует ожидать слишком многого от звуковой системы в рассматриваемой модели. Аудио воспроизводится довольно неплохо для обычного телевизора, но не для акустической системы. Два динамика хорошо воспроизводят диалоги в документальных программах и новостях. Однако атмосфера домашнего кинотеатра полностью отсутствует. В экшн-сценах отсутствие сабвуфера особенно заметно. Выходная мощность 20 Вт. Два динамика по 10 Вт. Звук можно передавать по Bluetooth. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и нашел всего один недостаток. В комплекте нет настенного крепления. Сейчас расскажу о положительных отзывах. Идеальная картинка. Масса возможностей. Размер просто космос. Есть много выходов. Можно вставить флешку. Пульт удобный. Звук вполне устраивает. Серия Crystal. Безрамочный дизайн. Возможно, вы стали владельцем данного телевизора и захотите поделиться в комментариях своим мнением об этой модели с нашими зрителями. Напоминаю, ссылки на актуальные цены вы найдете в описании к видео. Надеюсь, я помог вам сделать правильный выбор, и вы оцените его лайком, если еще не сделали этого. Также мне будет очень приятно, если вы подпишетесь на наш канал и активируете колокольчик. Всем пока!